полным ходом. Добрые люди, хорошие люди. Здесь мы буксуют. Там все бросает, только здесь сделают. Там все бросает, два дня осталось. Один, это сделано. Все, он уже повалил. Стараемся быстрее закончить, учитывая, что погода, видите, какая. Погода нас подталкивает, чтобы у нас сроки где-то до 20 ноября, но учитывая, что погода, мы их сжимаем. Поэтому чем быстрее закончим, тем лучше. То есть окончательно точного срока неизвестно? Конечно, да, нет, конечно нет. Поэтому чем быстрее, тем лучше. Потому что морозы могут начать.